Это не автодом в стиле Барби, а настоящая чайная на колесах. В Хайкоу, столице провинции Хайнань, запустили автобус Лао Бача – старый папин чай в переводе с китайского. Под этим названием известен не только традиционный напиток, но и чайные дома, где старшее поколение проводит время после обеда. Новый маршрут знакомит туристов с городскими достопримечательностями, местными традициями чаепития и хайнаньской кухней. Я попробовала традиционный чай Хайкоу. Он очень вкусный. Теперь мне хочется повторить автобусный тур с ребенком и семьей. Цвет автобуса напоминает о бугенвиллии, цветке-символе Хайкоу. На втором этаже прозрачная панорамная крыша. На первом – бар и сцена. Музыкальное сопровождение на любой вкус – от джаза до местной разновидности китайской оперы. Во время пробного периода у чайной на колесах по 3 рейса в будни и по 4 в выходные дни. Причем цена билета вполне умеренная – всего 168 юаней.